Можно снять деньги с депозита раньше срока. Что следует учитывать? Расскажем в ближайшие 5 минут. Здравствуйте, это программа «Право знать» и я ее ведущий Данияр Даутов. По каким видам депозитов можно снимать деньги частично, при этом не терять накопленное вознаграждение? По каким вкладам это невозможно сделать? По закону все казахстанские банки обязаны выдать клиенту его депозит полностью или частично по первому требованию клиента. Это может быть и раньше той даты, которая указана в договоре. Сроки выдачи денег могут варьироваться, отмечают эксперты Финграмоты. Так, по срочному и несрочному вкладам не позднее 7 календарных дней, по сберегательному не ранее 30 календарных дней с момента обращения вкладчика. По Гражданскому кодексу банки обязаны вернуть средства клиентам по первому требованию. Но опять-таки самим Гражданским кодексом тоже установлены различные условия в зависимости от вида депозита. Досрочное изъятие денег может быть частичным, например, вплоть до неснижаемого остатка, либо полным. Полное досрочное изъятие, оно как бы предполагает расторжение договора банковского вклада. Частичное изъятие не предусмотрено по сберегательному вкладу. Клиент имеет право только на досрочный полный возврат денег, договор при этом расторгается. Нужно быть готовым к тому, что вы потеряете практически все накопленное вознаграждение. Оно выплачивается в размере, установленном по вкладу до востребования. На частичное досрочное изъятие и на полное досрочное изъятие существуют разные условия в зависимости от вида банковского вклада. По сберегательному вкладу частичное досрочное изъятие денег, части какой-то суммы, не допускается. То есть, если вы заключаете договор банковского вклада и открываете сберегательный вклад, который предполагает самые высокие ставки, то есть это по факту самые привлекательные вклады в плане доходности. По несрочным депозитам частичное изъятие вклада до неснижаемого остатка, как правило, не несет для вкладчика никаких потерь. Однако, если вы решите полностью забрать свои накопления и расторгнуть договор с банком досрочно, то в этом случае можете потерять значительную часть накопленного вознаграждения. По несрочным, по срочным вкладам там ограничения более мягкие. Гражданским кодексом определено, что по срочным вкладам, если вы хотите изъять часть или полностью деньги с такого вида вклада, то банк обязан вернуть вам средства не позднее 7 дней. Что нужно учитывать? Прежде всего, необходимо тщательно изучить все условия договора банковского вклада. Рассмотрим наиболее распространенные. Банк может удержать комиссию за снятие денег в первые несколько дней после открытия вклада, обычно от 15 дней до 1 месяца. Если вкладчик в течение этого времени снимает деньги с депозита, то банк может удержать комиссию или не начислять вознаграждение в зависимости от условий договора. При досрочном расторжении договора банковского вклада могут быть предусмотрены следующие условия по несрочному виду депозитов. Первое. Начисленное вознаграждение может обнулиться. Второе. Вознаграждение может быть пересчитано по ставке до востребования. Еще одно условие. Начисленное вознаграждение может быть частично удержано. Четвертое. Вознаграждение может быть выплачено в полном размере за фактическое количество дней размещения вклада. Мы можем приводить различные примеры, но самое главное, до открытия вклада человек, вкладчик, клиент банка должен ознакомиться с договором банковского вклада. И обязательно, кроме ставки вознаграждения, вкладчик должен обратить внимание на вот эти условия, основные условия. Какой будет штраф или какая будет потеря вознаграждения, какие условия при досрочном изъятии средств. Можно ли частично изымать средства с этого вклада? Можно. Что будет, если полностью изъять всю сумму с этого вклада до истечения срока? Самое важное, на что требуется обратить внимание, если вы планируете снять деньги с депозита раньше срока, это условия досрочного изъятия вклада и досрочного расторжения договора. С августа 2024 года в рамках расширения и удобства системы информирования населения при подписании договора банки обязаны ознакомить вкладчиков с ключевыми условиями депозита. На этом я с вами прощаюсь. До встречи.